Здравствуйте, с вами интернет-канал Максим Мадзе. И сегодня у нас очередной выпуск по модам на игру «Когда все соседы», которые присылаете вы. Этот мод прислал нам Игорь Чубыкин. Весьма такой интересный немного мод, очень переделанный. Называется он «Когда все соседы 3. Новый раз». Судя по логотипу, здесь написано: игра не имеет 18+, кровь и т.д. т.п. Ну да, еще не хватало бы нам этого, когда соседа, да. В общем, авторы, настройки, все такое. Начинаем игру, посмотрим. Здесь всего 5 уровней. 6, точнее. Посмотрим, что тут у нас такое. Обучение. Пилотный уровень, где тебя проведут по основным игровым механикам. Внимательно слушай, Джо. Так, кнопочки немножко недорисованные, но это ничего страшного, в принципе. Да, очень интересная картина. Теперь двери у соседа, если закрыты, то они не на замок закрыты, ну, кроме вот этой двери, разве что. А забиты досками, как в Hello Neighbor, прям, блин. Может, это отсылка на Hello Neighbor? Скорее всего, возможно. Курсорчик тут так себе выглядит. Своими руками, конечно, нарисован. Ну, так себе, ну ладно. Пилотный уровень не отличается, судя по всему, от оригинала. Также спустимся давайте вниз. В натуре не отличается уровень, абсолютно. Кроме дверей, которые забиты досками. А вот эта дверь... Но боковые двери досками не забиваются, они на замках. Ну, в принципе, ладно. В Hello Neighbor там тоже некоторые двери были на, были на досках. По-моему, там только дверь в подвал и была забита доской. Все остальные двери, если закрыты, то на замки. Либо подперты стулом. Да, курсорчик тут, конечно, так себе выглядит. Видите, как какой, так сказать, хромакейчик, что ли, смотрится, блин. Интересно, интересно. Кстати, напоминаю, что если вы хотите показать, если вы делаете свои моды, то обязательно скидывайте мне в комментариях или мне, меня ВКонтакте найдите, скидывайте. Ладно, в общем, идем на первый уровень, называется «Пирог на кухне». После необычного отдыха сосед решил купить своей мамочке дом. Двухэтажный ремонт пока еще, увы, не закончен. А пока сосед живет там на один день. С необычным пирогом. Сосед его готовит. Позже кушает его, идет в ванну принимать всякое средство. Но выйдя продолжает смотреть за этим. Подсказка: при помощи пакости можно надолго сосед затянуть. Три пакости, ладно. Посмотрим, что у нас здесь. Сюжетец так себе тут, конечно. Да, видно улицу, это мне нравится определенно. Сосед купил мамаши дом. Может быть, он ей свой старый дом подарить просто решил. Да, так, комоде взять ничего нельзя, к сожалению. Держатель туалетной бумаги. Та, дверь забита доской, мы туда не пройдем. Так, вот здесь мылица, по-моему, была. Да. Насколько я помню, я тут мылицу. Я первый раз играл, начал обращаться за помощью к этому автору. Блин, зачем я вышел, надо было... А, ладно, черт с ним, потом. Хотя лучше, наверное, все-таки... Тут что-нибудь можно? Холодильник и микроволновка, да, я помню. Ладно, лучше сначала вот с этих пакостей в ванной начинать, чтобы соседа затянуть. Три пакости всего, ну и ладно. Я помню, первый раз играл, не нашел тут мыло и не понял, какая там еще третья пакость. Обращался к автору этого мода за помощью, он подсказал. Так, пусть идет, мы там положим ему бумагу туалетную и мыло.
Так, вот, вот сейчас подстроим первую пакость, я представляю, что начнется здесь. Воображение-то у всех работает. Хотя какое воображение? Вы и так, наверное, играли же, когда соседа, знаете, что произойдет, когда сосед увидит обосранный туалет. Смешно наблюдать за тем, как сосед попадается на пакости. Жалко, что на этом уровне нет пакости с пеной для бритья. Так, здесь дверь закрыта на замок, на черный замок. Кривой, который больше на сумку какой-то похож на самом деле. Барсетка. Как там маленькая сумочка-то называется. Так, идем на кухню. Так. Вот, вот сработала первая пакость, у нас сосед попал. Сейчас еще третью пакость подстроим и все. Третью пакость. А вот она сама на себе прям просится. Третья пакость. И сосед рухнет. Мозгом, наверное. Точнее, скорее всего, зал рухнет. Который вот... Когда пакости на сосед попадается, там же смеются, там же и люди, он смеются, видимо, зал какой-то, что ли, или что. Смех. Давай, иди, сосед. Третья пакость хорошая. Я уже не остановлю реакцию в зале. Вообще офигеть. Третья пакость хорошая. Да. Ну, на 100%, насколько я понял, это невозможно пройти. Ну, ладно. Недоработано здесь. Ну, ладно. День рождения. А перед тем, как мы начнем день проходить уровень день рождения, мы прервемся на рекламу. Хочу посоветовать вам, дорогие друзья, интернет-канал под названием Andrew Sam. Парень снимает различные видео и прохождения по игре «Как достать соседа» и не только. Несмотря на то, что у него всего 300 подписчиков, он делает очень интересные прохождения, на которые я вам советую взглянуть. Так что переходите и подписывайтесь на его канал. С вами снова интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем. Это следующий уровень называется «День рождения». Вечерком сосед решил сделать вечеринку для рождения Ольги, поскольку она заболела каким-то карантином. Капец как. Лежит в больнице. А сосед один решил сделать это. Ну, он написал письмо поздравления для Ольги, что врачи передадут это все. После чего Ольга тоже передала дом мамаши. Там сосед читает письмо, и он идет после письма смотреть на благодарность к торту. А вы не хотите вечеринку, можете спорить. В некоторых уровнях некоторые объекты могут быть недоступны. Понятно, понятно. Каким-то карантином она заболела. Коронавирусом называется. Нет такой болезни, которая называется карантин. Карантин – это режим самоизоляции, так называется. Когда люди самоизолируются, так сказать. Здесь одна пакость всего. Пакость хорошая. Блин. Не успеваю. В ванну можно зайти, я надеюсь, да? Да, качество текстур, конечно, лучше бы желает оставлять. Ну ладно. Какой-то мрачноватый дом вообще. Ночью выполнено. Как будто это не ночь, а вакуум какой-то внутри, черный. Так, и пиво в микроволновку почему-то. Да, выделение предмета просто офигенное. Ну и все, на этом уровне всего одна пакость. А болезнь именно, коронавирус называется. 10% всего. На 100% это пройти невозможно.
Фух, ладно, пора уезжать. Сегодня пора ехать из дома мамаши. Ремонт уже закончился почти, но сосед перед тем, как уедет, решил принять ванну на любой случай. Сначала включаю экран, читаю книгу на кухню за конфетами и простое действие. Вуди даже может и не важно, что сделать. При входе в дом сразу следите за соседом, чтобы сразу не проиграть. Хорошо, хорошо. Еще, кстати, я недавно снимал обзор на новую демку на когда сосед ремастер от Social Media Production. Там оказывается на 2 уровня больше, чем я думал. Там просто надо пройти уровень с ванной, чтобы их открыть. Один из уровней является уровнем из второй части, причем. Тут 3 пакости, да? Так, это взять нельзя, походу. Да, так себе картина, конечно. Так, держатель туалетной бумаги. На туалет-то может ее? Так, все, иди бегом наверх. Так, вот пакость с микроволновкой и с мылом у нас есть. А вот где, а вот какая еще пакость, я забыл, честно говоря. А я же взял уже пью и использовал. Наполненная ванна. Что-то я забыл, какая еще пакость. Реально забыл, какая. Сработала пакость с бумагой, значит. Я что-то забыл, наверное, про это вообще. Или что-то, господи, я уже забыл вообще все пакости, господи, кошмар какой. 24%, ну на 100% нельзя пройти. И награду, соответственно, никакой кубок нельзя получить. Так, держать, сезон завершен, но зрителей ваша работа не сильно впечатлила. Награды обошли вас стороной. Ну, потому что по-другому невозможно это пройти. Ладно, что тут дальше? В своем доме. Соседу пришлось купить новый дом, так как у него тот самый старый дом развалился. Мамаша будет жить в другом городе от него как можно дальше. Неправильно. Как помню. И несмотря на то, что быстрые автобусы были отменены, тогда соседу пришлось за баксы купить билет на поезд. И пришлось ехать аж 7 часов и приехал только ночью в новую жизнь. Ой, блин, сорян. У нас мак еще есть. Сосед еще не разложил предметы, его Ольга так дала и... Так, ее Ольга дала ненадолго новую крышку посадить за ним, так как она еще в больнице. Вуди на велике ехал, догонял поезд, где сосед. Ха-ха-ха, блин, прикольно. Как будто... Кстати, даже из GTA San Andreas вспомнилась миссия, где CJ с Big Smoke'ом догоняли поезд. На мотоцикле стреляли. Вуди ехал на велике и догонял поезд. Вот, реально напоминает. Сет спит, используйте правую кнопку мыши. Офигенно вообще, да? Вот знаете больше, какой тут сюжет, мне кажется, больше похож? Не тот, который в описании написано. Такое ощущение вообще, как будто... На самом-то деле... Вот тот дом, который... Якобы, вроде бы, сосед купил для мамаши, для своей. Мне кажется, больше, что он свой старый дом ей отдал, а сам стал каким-то говнарем, бомжарем. Какой-то говнарь-бомжарь. Живет в каком-то подъезде непонятном вообще. В котором есть исчезающий шкаф. Я, честно говоря, не помню, как тут все пакости выполнить. На этом уровне.
А исчезающий шкафчик для ключей тоже есть. Стой, да? Живет в какой-то бомжатской комнате тут вообще сосед. Здесь непонятно, что сюда войти нельзя. Вроде бы, по-моему. А, будильник можно кактус положить. Так, наверное, нужно будет прокрасть и украсть ключ отсюда. Исчезающий шкаф, это, блин, офигенно смотрится как-то даже. Те шкаф, вот тут видно, что стоит шкаф, но когда мы прячемся в него, он стоит вообще не там, где на самом-то деле он находится. Ух, как я успел. Это чё? Это как так вообще? Это что такое? Как? Это вообще что сейчас было? Два соседа? Бред какой-то вообще в натуре. Что это было, блин? Ой, капец. Я, интересно, автор этого мода знает об этом глюке или не знает? Вот, меня это интересует, честно говоря. Если не знает, то вообще офигеет, когда увидит, это такой глюк произошел. Хотя, может, и знает, не знаю. Офигеть вообще. Как так вообще может быть? Сосед, один сосед спит, появился его клон, который поскользнулся на этом банане. Как так вообще? Но я успел спрятаться в шкафу. Причем, кстати, когда сосед вот тут появился сниматься, то что я не проиграл уровень, причем, а... Фух, успел. Ладно, придется опять ждать, пока он на этот все коснется пальцами кактуса. Ну ладно, я по-другому просто не мог сделать. Ой, ладно. Вообще, когда... Когда сосед вот тут упал на банане, мы должны были проиграть, потому что Вуди еще не успел залезть в шкаф вроде бы. Но нет. Этого не произошло каким-то чудом. Странно. Один сосед спит, другой пускай. Ну, блин, как это так вообще могло быть? Почему здесь двери две? Почему здесь двери две? Почему здесь двери две? Три, точнее, даже. Почему... Вот здесь есть тоже дверь. Куда она ведет? Здесь ее видно не очень хорошо, но здесь... Здесь шкафчик, который на воздухе висит. Судя по всему, еще. Ладно, давай уже пальцами. Просыпайся быстрее, коснись пальцами кактуса этого. Ух, кошмар. Наконец-то третий пак сработал. 30%.
своем доме, так дальше, на отдых. Ольгу выписали наконец-то из больницы, она приехала в свою квартирку, позже сосед, и они собирают вещи на короткий отдых в Индию. Так как у соседа всего осталось $127, этого хватит только на короткое время в отеле. У соседа после $112, которые ушли на отель, будет всего 14. Точно 14, ну-ка дайте-ка посчитаем. Было 127. И у него отняли 112. 112 плюс 14. Так, это 20. Это $126. 126 долларов у него, получается, было, если у него всего 14 осталось. А тут написано 127. Странно немного. Автор, наверное, запутался в математике. Хотя я тоже иногда числа, в числах могу запутаться, ну ладно. В общем, что тут дальше? И эти деньги будут только на развлечения и еду. Сосед в подъезде нашел старое кресло и пульт от старого телека. Он решил поиграть с этими вещами. Похоже, на улице через бинокль проверяет багажник такси. Вуди как раз как был, так и будет везде. Если время истекло, эпизод закончил. У нас время как раз, кстати, выключено, я что-то не заметил. Блин, реально вот больше похоже на то, что сосед какой-то говнарь бомжарь, он живет в каком-то подъезде, непонятно. А свой дом маме отдал. Это такое такси, да? Это такси такое? Это больше похоже на чемодан ездящих, чё на такси, блин. Ой, до чего мир докатился, а? Почему два шкафа здесь? Ой, блин, это ж кошмар. Если он 112, если у него было $127, а он потратил 112, значит... Значит, у него осталось $15, а не 14. Автор. Игорь Чубыкин. Это нужно исправить. Это позорит немного. Хотя я тоже часто вот так вот запутываюсь. Я вот когда вот это вот сейчас считал, сам чуть не запутался на самом деле. Так, шкаф хромакеет, так сказать, чуть-чуть помехи такие, пиксели появляются. Улица какая-то вообще мультяшная, нереалистичная. Ну, рисунок как будто 3D-классиком нарисованный. Ну, хотя ладно. Выглядит весьма не... Выглядит красиво достаточно, но... Только вот я что-то не понимаю, какие тут вообще пакости надо делать. Что-то я здесь не вижу нигде вещей, где надо брать предметы. Стоп, я что-то заметил или нет? Нет. Что-то я не понимаю этого соседа. Он смотрит через бинокль в дверь. Сосед, сосед, я не понимаю. Улица Игоря Чубыкина. 1. Улица Игоря Чубыкина 2. Очень интересно. Да. И ненормальный сосед здесь. Самый неадекватный сосед. Вот в натуре реально какой-то странный сосед. Смотрит через бинокль в дверь. Это вот каким... Это каким дебилом надо быть? Дебилом. Чтобы вот так вот делать. Еще и бинокль сквозь текстуры невидимые проходит. Ладно, в общем, что-то я не понимаю, что тут вообще делать надо. Какие пакости? Я тут не вижу ни предметов, которые надо где-то взять. Ничего другого. В общем, хрен с этим уровнем, я не знаю, что тут надо делать. На этом мы, пожалуй, закончим. Если у вас есть какие-то свои моды, присылайте в комментариях или пишите мне ВКонтакте. Ну а на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте, хотя я там редко чего выкладываю. Всем пока. Также подписывайтесь на канал Эндрю Сэм. Всем пока.